С помощью только лишь одного слова во Вторую мировую войну можно было вычислить шпиона или разведчика в тылу, и такие слова называли «шибалет». Из-за своеобразия разных языков мира, некоторые иностранные слова шпион просто не мог выговорить, даже если прошел хорошую подготовку. К примеру, у голландцев проверочным словом было название города «Схевенинген», так как они произносят начало слова «сх», а немец скажет «шевенинген». Американцы на Тихоокеанском фронте использовали слово как проверочным «лалапалуза», так как японцы не умеют говорить букву «л». Ну а советские войска, чтобы проверить, немец перед ними или русский, проверяли его с помощью слова «дорога», так как немец не мог проговорить это слово и говорил «тарока». К слову, врага можно было выявить не только по произношению какого-либо слова, но и по поведению, и даже жестам. Такой наглядный пример можно было увидеть в фильме «Бесславные ублюдки», где британец заказал выпивку характерным для англичан жестом, и эсэсовец убедился, что перед ним не немец. «Три стакана. Сейчас. Вы себя выдали, гауптштурмфюрер. В вас не больше немецкого, чем в этом виске.